Друзья, всем привет! Вы очень часто просили, чтобы я сделал обзор на экипировку Twins. И сегодня у меня боксерские перчатки Fancy Boxing Gloves TW4. Поехали! Вообще расцветок этой модели очень много. Twins по сути не заморачивается, оставляют форму наружные материалы, только меняют цвет и узоры. И их там реально много, можете зайти на официальный сайт и посмотреть. Давайте начнем с того, что все оригинальные твинсы делаются только в Таиланде. И просматривая весь модельный ряд твинсов, я немного расстроился тем, что у них по сути одна форма, повторюсь же, и они не приносят никаких технологических решений, как, например, делают их Hayabusa либо Everlast. Что касается ощущений формы перчаток, скажу честно, я до этого в твинсах никогда не работал. Когда засовываешь руку в эти перчатки, то очень-очень тесно, особенно пальцем. Мне одни ребята сказали, что со временем эти перчатки разобьются. Но, как по мне, перчатки должны изначально уже быть максимально комфортными и не разбиваться со временем. Есть еще один нюанс в этих перчатках по поводу дожима кулака. Смотрите, одну перчатку я сейчас одену в бинтах, вторую без. Вот так мои руки выглядят в расслабленном состоянии. Сами видите, что форма перчаток не довернута. Когда дожимаешь кулак, очень сложно. Вот эта рука без бинтов, ну так себе, в бинтах просто как жесткий спандер. Касательно большого пальца, то у меня претензий нет, то он пришит правильно анатомически, у него хороший слой наполнителя и он хорошо защищен. Внешний материал сделан из натуральной коровьей кожи, неприятного запаха она не имеет. Что меня еще удивило, так это высокое качество выполненной работы. Все строчки идеально прошиты, нигде ничего не торчит и по качеству они мне напомнили мексиканские рейсы. Наполнитель здесь сделан из пены, пена получилась пружинистая и средней жесткости. Также в этих перчатках мне понравилась толщина наполнителя как и на ударной поверхности, так и на тыльной стороне ладони. Также есть здесь вставки защитные. Ну и про большой палец я уже говорил. Подкладка здесь вообще самая простая, и я смотрю, Twins особо и не заморачиваются. Поменяли бы на материал получше. По поводу вентиляции здесь тоже все скромно, на ладони всего 6 отверстий. Фиксация здесь тоже самая простая, идет в один оборот на липучке. Делаются такие перчатки от 8 до 16 унций, и как написано на сайте Twins, 8 и 10 унций подходят для боев и выступления на соревнованиях. Все остальные перчатки от 12 до 16 унций отлично подходят для тренировок. У меня на обзоре были 14-унцовые, и как по мне, они мне очень тесные. По поводу этих перчаток хочу сказать свое личное мнение. Они, конечно, хоть и легендарные, но выглядят как старый автомобиль, и по комфорту они уступают более новым моделям. Так что купить оригинальные твинсы вы сможете в нашем интернет-магазине FUA. Ссылочку я оставлю в описании. Если понравился видос, поставил лайк, подписался на канал, нажал колокольчик. Ну, ты знаешь, в принципе, все, что делать. Пока!